Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на борьбу с билетной мафией, с так называемыми спекулянтами и перекупщиками, которые накручивают цены и перепродают билеты в театры и музеи, где можно купить билет без риска и не переплачивая. Смотрите далее. Я, Ольга Пырочкина, с вами прощаюсь. Подписанием нового закона продавать билеты, абонементы и экскурсионные путевки могут только сами учреждения культуры, либо лица на основании договора, которые могут взимать дополнительную плату, например, за доставку билетов. Но в любом случае общая стоимость таких услуг должна быть менее 10% цены, указанной в билете. Часть поправок касается порядка возврата посетителю стоимости билетов, абонементов или экскурсионных путевок при отказе от посещения культурного мероприятия. Сумма средств за возвращенный билет будет зависеть от количества дней, оставшихся до проведения мероприятия. Еще одни изменения касаются выплаты зарплаты сотрудникам на кредитную карту. Теперь работники, изъявившие желание заменить кредитную организацию, должны сообщить об этом работодателю не позднее, чем за 15 календарных дней в письменной форме. Ранее этот срок составлял 5 дней. Одновременно установлена административная ответственность за воспрепятствование работодателям осуществлению работникам права на замену банка. За такое деяния введены санкции, аналогичные тем, что применяются за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Еще один федеральный закон, в который внесены поправки, касается норм ОСАГО. Так, при оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции, так называемый Европротокол, извещение можно составить в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг. Кроме того, установлен порядок возмещения потерпевшему вреда его жизни или здоровью, причиненному несколькими участниками ДТП в рамках одного страхового случая. В указанном случае страховщики солидарно выплачивают страховку потерпевшему. При этом ее общий размер не должен превышать 500 тысяч рублей. Ряд поправок касается компенсационных выплат. Так, за задержку выплаты профессиональное объединение страховщиков заплатит неустойку.